Всем доброго времени, с вами Александр. С вами Сутки. Всем доброго времени, с вами, нет, всем доброго времени Александр, с вами Сутки и Маргарита Лизбекова. А это, между прочим, 10-я серия Гарри Поттера и Принцип. Нет, Принцип Локов тоже не фильм, все, Принцип Локов еще. Принцип Локов в прошлой серии. Спойлеры! Спойлеры просто к следующей части, ты что? Спойлер к следующей части. Мы же знаем еще, что не понимаю, что ты такое говоришь. Спасибо. Мы же не прошли еще до следующей части игры. Как такие вещи можно просто говорить? Это... Не знаю, кто за предыдущую серию, как мы будем сказать. Закрыдом Снейпа до последнего обеда? Да. Ну, а подумать. Понимаете, может, поближе пойдет? Нет, смотри, садись как-то. Нет, я как раз собираюсь принцип положения, при котором... А так все равно... Так все же плохо. Мне вообще неудобно руки вниз. Вот нет, меня в принципе, я не могу найти ни одного положения, в котором мне было бы долго сидеть или стоять, или вообще долго. Вообще есть такое у меня тоже. То есть, в принципе, вне зависимости от того, болит мне что-то или не болит, мне просто неудобно сидеть. Я постоянно, у меня такая же херня, я постоянно начинаю то так, сяду, то так, то так. Я завидую людям, которые могут, знаешь, сесть и в одной позе сидеть там, не знаю, часами. Да, я не знаю, как это делать. Так, надо здесь делать ту же самую фигню, да? Здесь. Здесь нет проблем. Гаречка. Горюнчик. Ой, я помню этот двор, мы здесь со Снейпом. Второй серии со Снейпом в этом дворе. Смотрите вторую серию, все забыли, что было там. Было интересно. Let's look for where Fred George of Hidden the Swamp. There it is. Blimey, Harry. Ah, теперь опять все чернить и забираться туда наверх. Не, ну здесь хотя бы логично, они эти штуки запихнули на самый верх, чтобы их случайно не нашли. Тут хотя бы вопросов не вызывает. Да ладно, эта хрень починилась, она опять не разломалась. Вот это да. Мне кажется, игра сломалась. Ну, здесь вот целое. Что происходит? If I'm rich, can... Yeah. Рон такой, ну и пошел я нахер, да-да. Рон реально буквально такой, да-да-да, пошел я нахер. Завернулся и ушел. Пойду поставим на стрелы. Давай. Увлекательно, просто серьезно. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Послушайте, это какая прикольная штука, пока ты ползаешь. Отметяй сделала так из бумаги. Это шагающий кто-то по луке. Я не знаю, кто. Видишь, почему шагает? Видишь, она сходится. Кто-то по луке. Краба по луке. Слушай, она лапу подметает, он шагает. Exterminate! Exterminate! Ты погоди, чувак, что я думаю? Вполне, иначе подобных. Да. Здоровски. А есть когда-нибудь ты все-таки познакомишься с Путяем? В этом году опять не получилось, не кстати говоря, он, между прочим, тут уже сделал все, сейчас прививку первую поставил. Этого как его? Поэтому где-то к середине января. Ну, конечно, когда он сделал себе тоже прививку, может быть, уже сам может как-нибудь таким образом собраться. Пустые помехи, пустые часы, весной восемь Говорит, аж олдскула свело. Я раньше наизусть выучила. Раньше наизусть учила, а сейчас я чуть уже не буду. Год назад, по-моему, мне наизусть. А тебе год был не до этого? Не, ну просто это самое учишь, а потом, да, не используешь, забывается. Это я письмо Нигина, блин, к Татьяне. Нет, Татьяна, точнее, к Нигину.
половину, по крайней мере, наизусть. Я помню, когда я его рассказывала, я такая, типа, долго учила, там, сейчас думаю, вот, прям расскажу, такая, вот, восьмую расскажу, прям, круто будет вообще. Встаю, рассказываю. Посреди всего этого, посреди всего этого там прерывает наша классная руководительница, но это было на уроке литературы, а наша классная руководительница физики. Да ё-моё, отпусти, Гарри, Гарри. Меня же учили. Да. Что прикольно. Красиво, сухого, стало веселее. Да. Я вообще люблю всякую зелень и растительность, поэтому... Да. Я помню, где третьем месте. That was brilliant. Let's hope Umbridge finally gets the message. Yeah. Nothing says bug off better than a portable swamp. Смотри, смотри, он говорит такой, надеюсь, Амбридж пал, до нее дойдет смысл послания. Мы здесь главные, Хогвартс, йо! Мы сделали болото во двору! Во дворе. Типа, иначе Амбридж такая, боже ты мой, господи, как же теперь? Я не смогу больше тиранить учеников, делать свои нарциссические, ублюдские штуки. Она такая, а, нет, подожди. Она не нарцисс, она социопат. Ну, социопатские штуки, окей. Вот. Я дилетант. Такая, ой, подождите, нет, я все еще могу продолжать делать, чтобы не оставить меня на ваше болото. Вы же сами мне там будете первые. Знаешь, я вообще-то... О, я могу теперь разрушить шкаф, ура. Акио! Нет, Гарри. Репаро! Рик-доктор! Careful with those books, Harry. Зачем взбывал его голову ломать? Я понимаю, смысл? Он наоборот же хуй чинит вроде все везде. Ну, иногда вот надо и поломать. А, надо позволить быть себе плохим, это вот про это и про это, да? Да. В таком случае, ладно, хорошо, я сам все пытаюсь. Хая! Это приветствие, хая! Я, если не здесь, то я уже не помню, куда тогда идти. Да нет, здесь, наверное, большой еще. Уйди, блядь! А здесь и так все зелено. Hey, Harry! You don't believe what we're doing. Setting off portable swamps for Fred and George? Yeah. How did you... I got the next one down for you. But then Malfoy slimed up, and I had to hide it. Так. А, вот на дереве. Камера так хорошо показывает, так хорошо прям видно, где она лежит. Так, как на это дерево... Wingardium Leviosa! Nice one, mate! Let's put the swamp box in the middle of the courtyard. Sure. You really don't want to do that. Get lost. You think you're so good. Take this, Potter. Ну, это ж пойдет, да. Protego! Идиотски сделал все. Ну хорошо. Какой Hospital Win? Да. Я ни разу не проигрывал. Да, вы первый раз это проиграли. Не, я в принципе вообще ни разу не это. А, даже из-за твоего. Значит, теперь надо из-за. Не, потому что на тачпаде. Ты горел, что идут в стену. Ну, обычно даст нас задание. I've been thinking. Umbridge won't be able to run her lessons on time. But how do we mess it up? It's massive. Simple. We move a few of the cogs around, and the clock will go berserk. Come on, Harry. It's genius. Okay, let's do it. I can't really help. Not with being a prefect. But if I was to stand in the courtyard and keep a lookout, I wouldn't actually be doing anything wrong, would I? Let me know when you finish. Ron, you're a prefect too.
We need to get the clock running backwards first. We need to move all the cogs over there. Меня же этот, видишь, морозильник забрали. Видишь, видишь. Я пропустил, что ты сломал от часы как перейти? Я тоже не слышал. Come back! Come on, Harry! Let's sabotage the clock! Ах ты ж, ёпта твою мать! То есть нам не дадут пойти выполнять то задание, пока мы не выполним это. Lie! This is so cool! Ага, особенно когда ты ничего не делаешь, стоишь и просто смотришь, блин, придурок. Не бейся на этот звук, пожалуйста. Кажется, не хватает одной шестерёнки. Ты можешь в центр поставить? Я все прослушал. Ну блин, Гарри, уйди с этой шестеренки. Wingardium Leviosa. Ну я же тебя туда. Мне вот эти задания после уже. Ну, ближе к концу, короче, да, вот. Мне походу не выражают. Что они? Что ты хочешь делать? Куда? На это центральный вас повесить? Я просто пытаюсь понять, какую куда вообще надо... А какую куда хуй его знает, но... Там по идее на центральный... Размеры, или нет? Я так думаю, одинаково, да. Нам надо, чтобы, наверное, чтобы крутилась эта шестеренка. Да, нижняя. Надо, чтобы крутилась она. Нижняя, да? Да. Тогда подожди. Вот эту перевесь вот сюда. Я пытаюсь! Ну, я понимаю, да, я имею в виду просто. Проблема не в том, чтобы сделать что-то, чтобы туда навестись. Блять, я не знаю. Не получается. Типа, ну пусть он не хочет. Это вот он. Может быть, слушай, подожди, не надо. Whatever. Wingardium Leviosa! Это вот сюда поедет, да? Ничего будет происходить. Ничего вообще не сможет сделать. There's got to be something else we can do to mess things up. Try looking upstairs. Потом надо будет еще что-то сделать. Попробуй посмотреть наверху, что там он сказал. Да, надо посмотреть наверху, и надо будет еще там будет дополнительные детали, надо будет еще куда-то собачить. Я не люблю это. Тут начинается как раз вот тут болото, еще ничего, а вот. Anything useful up there? There are some spare cogs. Great. Pass them down to me. На этом заканчивается даже то, что мне нравится. Там много говорить. Wingardium Leviosa. Что за чёрт, блядь? Это так круто, господи. Wingardium Leviosa. Если я прибью немножко шестеренки, то не удивляйся. Мне кажется, все будут только рады, и он не будет больше давать эти физические задания никому. Что тут творится шестеренки, интересно? Филч, скажи мне. Филч вообще не потрясал. Филч хуй, Филч, он теперь хан, наверное. У него там женщина появилась, в его жизни. В жизни появилась женщина. Вот так, да. Let's put the spare cogs in that bit over there. Ладно, это моя вина, я тупин, потому что послушать твоя.
давай почему-то твою. Да, очень круто, Дин, очень круто, да. Было бы еще хуже, если ты помог. А что сделать теперь-то? Этот ракурс, конечно, просто охуенный, как речки здесь закрывается майк. We need to take it out. Посмотрим сейчас. Может, и вторую цепочку надо собрать? Чтобы, оно, чтобы часы заклинило нахер. Да ё-моё, ну внизу, Гарри, внизу! Ну вот, шестеренки лежат. Ну внизу они лежат. This is so cool. Quick, я не поставлю это на место, он меня от меня не отстанет. Еще прикол, знаете в чем? А, здесь же нет спокойного сверчения камеры. Вот так вот, что вокруг персонажа камеру мышкой можно покрутить. Поэтому указать ему вот на эти вот шестеренки, когда он не хочет на них смотреть, вообще невозможно. Я не знаю, это абсолютно... Мы сейчас делаем абсолютно бесполезный аппендикс. Не нам его делаем. Он сказал, типа, сюда сделать. Да. Никуда ничего не вертится, они просто вертятся. This is so cool. И почему ты из-за этого стал вертеться быстрее, маятник? Как это работает? That'll make Umbridge think for a minute. She might even have second thoughts about getting her hands on Hogwarts. Come on, mate. Типа часы теперь идут быстрее, и Umbridge подумает, что время идет. Все, ставка кончилась, можно перейти. А, да, поскольку опять все персонажи сказали свои слова где-то там за кадром. Итак, мы все-таки идем в этот... Ну да, будем пытаться добивать. Chops and gravy. Ах ты ж сукина дочь, а. Блин, это мразь бесит, серьезно. Dragon's egg. Pass, friend to Hufflepuff. Попасть туда теперь каждый раз придется из этого из больничного крыла туда, если ты проявишь. Не, с одной стороны, это, конечно, логично. They've not checked the box yet. We'd better get it before they realize what it is. Wingardium Leviosa. You want to lose again, Potter? No, они уже здесь стоят. Hermione, Protego. Видно, да? Сейчас. Здесь наши эти два чувака, наши два друга не смогут. Да, он теперь не нужен. Отлично. Знаете, там, конечно, это плохое оправдание, что пол кривой, там и мешают инструменты плохому игроку, но да. В данный момент это не моя вина, не жимается кнопка мыши. А, что-то залипло просто. Спасибо, спасибо. Мужик починил, мужик починил. У меня больше нет оправдания. Все, мужчина починил, все нормально. Мне было так, когда вообще ломало кнопку мыши, и сказал, что все нужно там ломать. Это шпинелка, она как-то... А я-то просто взял, и он приподнял тебя вот так. Давай, да. Да ничего. Повторюшечка. Повторюшечка, да ты. Экспеллиом! Экспеллиом! Опа! А мы не сохраняемся. А, ты хочешь сделать... А мы не можем это сделать. Это надо сохраниться, выйти. И когда ты будешь загружать, там можно будет настроить сложность. Хорошо. Так, давай,
Причем именно потому, что управление просто ублюдское, потому что это очень сложно. Теперь мы не видим. Континули. Да. Ты когда с утра просыпаешься, сразу понимаешь, где ты находишься, что тебе надо. Чего? Надеюсь, нас просто сохранило здесь? Да. Нет, только потому, что это не значит, что надо с часами, нет, да. Господи, боже, я уж думаю, все, пиздец. Ты не рыгаешь в этот раз, спасибо, наверное. Кстати, мне из этого самого крыла надо идти. Будет. То есть, если сейчас нас победят, просто перезагружаем сохранение. Dragon's egg. Pass, friend to Hufflepuff. Скорее нет. Harry, you're back! They've not checked the box yet. We'd better get it before... Ну, мы знаем, что там, да, коробка. Как же я рад, что совсем распределяющий шляп отправил на Слизерин. Let's put the swamp box in the middle of the courtyard. You really don't want to do that. Get lost! You think you're so good! Take this, Potter! Это лучшая тактика, чтобы брать стенку и потом бежать. Гарри, как будто бы вообще плохо. Thanks, Hermione. Hey, I helped too. Thank you, Ronnie Wonnie. Так, где у нас эта херня? А вон он на ветке, все еще на ветке. Все еще на ветке, я уже спустил. Они не дали, они нам забежали и не дали нам спустить. Теперь главное, чтобы он понял, что надо делать. Incendio! Матушка, первого раза. Как меня кулуши сразу, да? Будем назад на это, если я не знаю? Ты раз позарядку, да, конечно. Вот, уже подсадил. Let's hope this makes Umbridge's name mud at the Ministry. Yeah, she'll be swamped with complaints. Can we go now? Brilliant, Harry! That's it! We've set all the swamps off. That should keep Filch busy for a while. Fred and George are gonna make a fortune out of these. They're brilliant! Right, let's see what else we can do to upset Umbridge. Так, что у нас осталось? Что нам надо еще кого сделать? Вот эти... Порвать и падла. Я их ненавижу. Падла, просто платим. Я их ненавижу. Ну ладно, давай, давайте Курина. Да, кстати, заодно надо это советник обследовать, потому что у меня там что-то. Савярин, да. Какие-то Савярин, да. Я очень люблю это слово Савярин. Там вялицов. Dragon's egg. Болт, так, may your courage hold. Рон телепортировался, убил. Так,
Подожди, нам налево. Фактически гриффинская трясина. Гарри! Chops and gravy. Это не Гарри, это я. Нет, он бежал, Энтон. Просто взял, отвернулся. Ну да, просто побежала. Он, видимо, ждал, что она сейчас опять начнет. В конце концов, как вот развлекаются ученики в свободное время. Одна из них зайга. I'm not judging. Да, да. Кажется, что кто я их осуждать точно за это не буду. Не, ну местность более-менее красивая сделала. Так я не смогла себя заставить полюбить эту Джоджи Уитакер, как говорили, как масло. Бесит она меня неимоверно. Ты до конца не смотрела? Да. Тогда они просто взяли и обесценили саму идею перерождения, что теперь у него может быть бесконечное количество. Меня много чего бесит вообще в этом. Вот как ни странно, мне понравился... Hi, Colin. Are you all right? No, I can't cast the spells you taught us properly. I wish I could. Then I could show that stupid inquisitorial squad. You know they're reporting people to Umbridge when they haven't even done anything. Yeah, I know, Colin, but I want to fight them like you and Ron and Hermione. Fred and George said I could. They gave me these boxes of Honeydew's chocolates to post to the inquisitorial squad, but I can't even get into the Owlery to send them. I'll help you. What? Really? Yeah. But why do Fred and George want to send chocolates to the Inquisitorial Squad? Because they're not really chocolates. They're some really, really loud howlers. As soon as the Inquisitorial Squad opens them, they'll get chased around by howlers shouting really rude things at them. Fred and George have brilliant plans. We just need to find a way inside. Who keeps planting these things? We'll help, Harry. Было. Не знаю, мне она, в принципе, ну, это, видимо, какое-то, может, мужское что-то, потому да что... Да нет, ну, многим нравится, просто... Нет, знаешь, я не могу в полной уверенности сказать, что она мне более симпатична, ну, просто как женщина или как именно доктор. Потому что как доктор, когда я смотрел первые четыре вот эти серии, меня местами просто бесило то, что она постоянно под Теннанта как-то вот пытается вот эти... Да, меня раздражает, потому что она не только под Теннанта, там вот мы уже видели только что был доктор Инфантил. Нет, только что был доктор Инфантил, это одиннадцатый доктор, вот этот Смит. Isn't it funny that owls are called owls, like owls? You could take your owl to your owl, how funny would that be? Can you imagine their faces when they get the howlers? Okay, Colin. Ну, опять же, возможно, просто потому, что она симпатичная женщина. Thanks. Now pass me those boxes before Umbridge catches up. Мне просто не нравится, она очень перегибает, потому что надо все время вот так все объяснять, потому что иначе мы не поймем ничего. Yeah. Thanks. Не знаю. Опять же, после того, как Капальди, который именно настолько сдержан. Ну, всегда, но... Ну, нет, игрок всегда, то есть там местами Капальди вообще... Но он, у него мимика вообще не такая тонкая. Но он мимикой показывает, он не... Wingardium Leviosa! А она как-то, да, вот, ну, опять же. Короче, мне не нравится то, что она переигрывает, и мне не нравится сама концепция того, что доктор был... Этим... Инфантильным подростком? Ну, он был этим самым... Он был инфантилом с СДВГ. Вот, прям СДВГ-шечка была. Вот, при этом он все равно был взрослым, там не было ощущения, что он подросток. Было ощущение, что он взрослый, но он инфантильный, как бы. Вот, а она прям как будто бы вот подросток, который никак не повзрослеет, как будто бы, как называется,
Спрямись, вот сюда, вот теперь сюда. Да, Гарри! Вот сюда, спасибо. Вау, вау! Вот, ты никак не повзрослеет? Как будто бы, вот. Как будто бы ей, как будто бы это подросток, который занял... I need another box, Colin! Okay, Wingardium Leviosa! Как будто бы подросток, которому выпал шанс побыть учителем на замене. Wingardium Leviosa! Не знаю, это не всегда было понятно, кто там доктор из спутников. Кто нет. Ну, в общем, в любом случае, как бы у вас, вы просто, они делают из нее вечное дитя. Это, Питер Пэн, Куэ. У вас только что было, да, у вас только что, да, да, ну, как бы они делают из нее вечное дитя, прям в прямом смысле, это архетип Куэ. Вот, у вас только что был доктор Куэ, после этого был доктор Сенекс, который, как бы, тень Куэ. Ну, они, короче, видимо, решили, как понимаешь, что было на самом деле чуть-чуть сезонов, когда все уже забыли. Зачем? I need another one! Okay! Wingardium Leviosa! Типа, ну оно нового не приносит же вообще ничего, то есть... Да, ну то есть, я не знаю, мне именно это и не понравилось. Акио! I need another one! Okay! Отличная акция, Гарри, просто, блядь. Ну что, кида... Wingardium Leviosa! I need another box, Colin! Okay! Wingardium Leviosa! Ну вы понимаете, я не люблю вот эти вот... О, отлично. Кто бы закинул нормально? Задание. Спасибо, Гарри. I need another box, Colin! Okay! Wingardium Leviosa! Он уже бесконечное количество коробок. Гаричка, ну пожалуйста, я просто помню еще, что я что-то смотрел. Вот опять же, поскольку я смотрел, вот когда первый сезон выходил, вот тогда же эти 4 серии смотрел. И я помню, что в каких-то из серий, там, в первых, это пиздец. Okay. Каждый раз какие-то миссии в советнике, какой-то абсурд сплошной. Каждый раз миссии в советнике, какой-то сплошной абсурд. Ну что это за хрень? Как вы должны были, наверное, смотреть? Я не понимаю. Перила поставить какие-нибудь еще чуть-чуть. Соответственно, знаешь что? Вам не дают костовые заклинания, пока идет анимация подбрасывания тебе коробки. То есть ты не можешь ее в воздухе перехватить фактически. Так вот, я смотрел, говорю, когда она только вышла, все это. Блять, заебало. Будешь кастовиться или нет, сука. I'm coming out now! Nice one, Harry! Вот. This will show the Inquisitorial squad. Wait, Harry, Вот. Блять, в смысле сбился. Короче говоря, у меня было ощущение, что просто доктор так не поступил бы, вот вообще. Вот, я посмотрел кучу предыдущих сезонов, и у меня где-то в этих сериях было местами, что типа, доктор так вот просто так не сделал. Это там в конце второго сезона их. Ну вот это я уже не видел. Ну я потом, может, посмотрю при случае когда-нибудь. Чисто чтобы, Вот, я еще там была в этом доктор, которая темнокожая во втором сезоне. Опять же, я слышу, что чуть не лучше доктора. Да, она охрененная, она просто охрененная. Это будет у тебя чернокожая женщина, опять же, то есть дело не в том, что она не в поле, не в цвете кожи. Да, вообще не в этом. Просто она прям доктор, прям реально, классная. Типа, сделайте про нее сезон. Да, сделайте. Я каждый раз, когда потом ее видела, я думаю, типа, вот, ура, класс, здорово. So much has changed since first year. Вот это обожаю это, типа. Так много Хогвартс так изменился за последние годы. Ты стоишь и вот так вот цепляешься. Да, ты такой, нет, ты цепляешься просто за свою жизнь. Одно лишнее движение, и ты трупейший. Да. Такой, Хогвартс так изменился. Такая философская печаль на твоем челе. Да, Хогвартс, раньше все было не так, говоришь ты. Раньше меня не заставляли стоять на крыше, стоять мне. Да, рискуй собственной шкурой. Quickly! Я сейчас буду даже облёт камеры. You think your whole life would flash before your eyes if you fell? I wish my life was as cool as yours, Harry. Так, ты ебанутый, да? Ты серьёзно всё это сейчас сказал, блин, дебил? Что он сказал?
Он говорит, если ты оттуда упадешь, у тебя, наверное, вся жизнь пролетит перед глазами. Жаль, у меня была не такая крутая жизнь, как у тебя, Гарри. Ты, блядь, серьезно? Знаешь, если я упаду, я разобьюсь нахуй насмерть. Вот что главное будет, когда я упаду с этой высоты. Наверное, по этой штуке можно разобраться. Надо просто коробочку спрыгнуть. Ножичку. Ну что, со временем надо будет поглядеть мне. Я тебе рассказывал про сериал, да, Марвеловский? Скажи, сначала Агента Картера и все остальное. Вот я, наверное, потом смотрю, что доктор. Короче, к выходу следующего доктора. Ну, уже снимать еще не начали. Там сейчас рождественский спецвыпуск еще. И там и в нем уже должен же быть новый доктор, как обычно, при рождении. В общем, как-то это самое меня. Что грустненько. На мой взгляд, опять же, того, что я не видел все целиком. Опять же, даже Уитакер, по-моему, смогла бы сыграть нормального доктора, если бы ей как-то вот. Как бы, возможно. Но. Возможно, просто, опять же, мне говорит то, что мне. Она симпатичная, хочется, чтобы она. Ну, знаешь, из серии, чтобы был потенциал именно истории и прочее, потому что там и этого особо нет как-то не видится. Ну, из того, что я видел, опять же, думаешь, блин, поместить. Да, мне понравилась серия. Мне понравилась вторая серия, третья серия. А четвертая серия, это как бы. Я не могу. Мне слишком понравилось вот этот, как его, Крис Нот. Это что? Мне надо опять. Нет, тебе надо в окно, да, коробка. Нет, мне надо вот так вот пойти. А не надо коробки выпихнуть и туда залезть? Мне слишком понравился Кристоф, потому что, блин, это чуть ли не лучший вообще персонаж, который был за все эти... Вот. Ну, чувак из «Секса в большом городе», еще из «Хорошей жены» вопрос, просто как будто роль из «Хорошей жены» вот просто продолжил. Ну вот я не смотрел «Хорошую жену». Да. Вот. Nice one, Harry. Whose house will give those inquisitorial losers a right ear bashing? You did really well, Colin. I did. Thanks, Harry. Get out of here. Wait, before Filch catches you. Yeah, of course. Thanks, Harry. Wow. I helped Harry Potter. Dennis is going to be so jealous. Блин, сколько же денег потеряли на этой фигне? Просто не знаю, это такая карикатура. Так круто сделали саму. А мне как раз вот это не очень понравилось. Потому что это уже столько раз видено еще со времен «Челюстей», вот это вот из серии, там, чувак, который думает заработать, но не думает о жизни людей. Просто он так обаятельный еще играет. Ну, возможно. Просто мне, вот лично мне не зашло это. Вот. Я из-за «Гигантских пауков» очень ждал эту серию. Я помню, что в конце они ее срали, я только помню, что меня. Я не помню, не что. Знаю, меня... Я сейчас не готов конструктивно это обсуждать, потому что я не помню, что там было. Я помню, что мне не понравилось в конце. Там была очень мощная, чисто докторская заделка, что это просто существо, там, которое вот хочет и так далее. То есть само по себе оно не... О, well done! О, все. 100%. They're enough. Да, 100%. Ура, 100%. Валим отсюда. Все, валим. Кстати, мы можем, в принципе, закончить, наверное, сегодня, и не будем тогда заморачиваться с этими самыми, со 100% прохождением, потому что моя спина уже не согласна на такие вещи. Вот. Ну, закончить сегодня игру? Да, закончить сегодня игру, просто чтобы не думать больше об этом. Потому что нам осталось добить самое мерзкое, но мы можем болтать про доктора пока. Ну, смотри, просто к всему у нас осталось времени. У нас сейчас 38 минут, осталось на камере всего на час 13 хватит. То есть, за 20 минут. Ну, в крайнем случае, что мы остановимся, если выключим, перекинем. Можно мою камеру записать. Может, нет, мне будет просто сбросить на компьютер вот и все. Все это надо будет время потратить, но заодно отдохнешься что-то. Не, на 100% вот все комнаты зачищать я вообще смысла не вижу. Если там было бы что-то интересное, то есть ты так показала фактически все, что здесь есть в твоей игре. Ну да. То есть, да, в принципе, есть много прохождений, где они есть, много где можно посмотреть, что да, понимаешь, это, опять же, да, если это было бы интересные штуки, ты понимаешь, а там ходить поджигать свечки, подвигать статуи и на скамейке, ну, честно говоря, уже вот на 10-й, наверное, 10-й серии, он наоборот, спасибо, кто будет смотреть, мне... скажет. Мне 30 лет, я уже I'm too old for this shit. Опять же, я люблю... Вот когда мне было 23 года, ты что так нормально заходил? Не, вот во всяких играх я люблю лазать, собирать все. Ну не все, но большую часть, но... Где у нас эти две дуры? Не люблю, просто не люблю этот квест. Ненавижу, просто самый лучший квест в этой игре. Вообще, вот под конец убивает всякое желание в нее играть.
это не самое хуевое, когда под конец. Потому что, наоборот, финал, как и в кино, как и... Ну, короче, вообще... А, нет, там потому что обычно было как раз это быстро. Ну да. В общем, знаешь, такое, типа, приключение, сам вот Гарри Поттер, и в конце битва с Волдемортом, такой, знаешь, такой... И под конец такой, ой, битва с Волдемортом, это уже легкая часть осталась. Ну вот, то есть, когда история не очень, но у нее мощный финал, это может... тебя, ну, типа, под конец хорошее впечатление, ты, конечно, в целом норм, да? А когда наоборот... We need your help. We... Students are reminded that passing notes in class is prohibited. These announcements are really annoying. We think we need to sabotage them. Okay. Can you help us move that? Then you can climb up and pour babbling beverage into the loudspeaker. Good idea, isn't it? Great. Let's do it. Here's the potion. Ron, you keep a lookout over there. I'll go over there. Вот, видишь, вот так, вот так, прямо такая вот фигня. А, ну да, ну такая текстура, да. Текстура такая дурацкая. Attention, children! Hogwarts students must not run, cast magic, play tricks or smug in the corridor. Mr. Filch will be happy to instruct any student requiring a full list of school rules. А, надо уничтожить динамик? Уничтожить. Что? Что? Что мы должны сделать с ними? Уничтожить их? Да. Подожди, а где скамейка вторая? Серьезно, блять, мы знаем кучу заклинаний, которые можно просто их нахуй разломать, оторвать от стены и что-нибудь да, еще. Вот, их замьютить ну, даже можно, у нас же есть заклинание, которое это, Сивенцу. Не, ну хорошо, ладно, хорошо, я понял. Надеюсь, сейчас все будет логично, когда мы заберемся по ему. Нет, не будет. Что он сделает? Quick, pour the potion on it. This is the High Inquisitor. I eat frogs. Я ем лягушек, она сказала. It worked. We'll go and make some more babbling beverage so we can sabotage the other speakers. Come and look for us by one of the other speakers later. See you, Harry. Не, вот так вот надо будет. Ну, следы, конечно, более изящное решение, да, но их сделали бы белыми просто, и все, было бы прям вот, все. Но то же самое, просто белые следы были видны на любой поверхности, не знаю, почему они вот так. Понимаешь, что под карту мародёров? Чуть не может... Сука, ты можешь просто наверху встать и разломать. И мы так и сделаем. А, то есть нельзя просто взять его разломать, надо именно поговорить сначала с этими бабёхами? Сам по себе они не дают, да? I think she's outside her room. Can you help us again, Harry? We've made some more bubbling beverage. Here's the potion. We'll keep an eye out. Don't pull that face, Ron. Да мы поняли, господи. Русский похищенный. Уже задрало. Там буквально можно сверху просто залезть. С лестницы, там, на постамент. Я понимаю, я просто бомблю, типа, это так тупо, но еще... Понимаете, когда механики, они сделаны чисто для того, чтобы, понимаешь, мы хотим, чтобы игрок пользовался вот этим механиком. И вообще не важно, что это... Remember, you must be naughty! Very, very naughty! Great! We'll meet you by the next speaker. Don't take too long. Someone's bound to notice the speakers are breaking. We've still got four speakers left to find. Four speakers, ёбаный брод. Ну, хотя бы на карте показывают, где они стоят, да, то есть к ним можно добежать. А прикинь, надо было бы их искать самому еще. Это странно, что они так не сделали. Это, по-моему, самое вот... All right. Было... Слушай, ты сейчас не слышала, просто эти парни стояли, у них такой разговор интересный был. Стоят два чувака, такие... Отлично, понимаешь, что за претятина. Лестница.
Нет, вниз. Let's look for the other speakers. Я не помню, я второй скучнее первого, ужас. Я просто не помню восьмой серии из второго сезона. Не знаю, я прям на... Сколько там же там серии 13, наверное, же? Акио! Не помню, 11. Wingardium Leviosa! Они при этом настолько скучные, что не помню, что там было. Я не помню, да. Я как-то, ну так, я как-то смотрела, ну... Вот. Третий сезон... Флакс. Конечно, к концу уже привыкаешь, как выглядят эти два... Основных вот этих протагонистов. Рон, you keep a look. В смысле, те, которые типа злодеи. Они выглядят как очень-очень перепившие и инопланетные два инопланетных Николая Баскова. Хэм-хэм! Please remember, children, your homework is fun. You should enjoy your homework. Dung bombs are strictly prohibited. Мистер Филч has a terrible smell. Ну ладно, потом, сейчас мы закончим. Umbridge is finally making sense. Сейчас я тебе покажу. Можешь ужасаться на камеру. А, Swarm? Нет, может, картинки. Вот они. Okay. И вот оно ходит там и изображает из себя что-то адекватное. А если из вас кто-то не видел, то сфокусируется на этом, нет? Ну, короче, вот. Бля, Чибнул, что ты делаешь? Слава богу, прогнали этого пизда. Нет, на самом деле, вот мне за Чибнула даже немножко обидно, потому что там были очень хорошие решения вот в первом сезоне. Мне надоело то, что делал Моффат с этими самыми бесконечными, во-первых, повторами. У него же не было... У него, кстати, был хороший дарик у Чибнула. Вот после этого, в первом сезоне был хороший дарик. Он классный. Мне понравился. Это было, ну... Это такого дарика еще не было. Больше там не было ни одних этих самых... классических. Да, классических монстров, и это... Да, блин. В смысле, там уже все были классические монстры. В новом, да, в первом сезоне не было. А. Ну, первый сезон и говорил, он сначала это сейчас... Да, это делает... хорошо, это, блин, было на самом деле хорошо. Но просто проблема в том, что никто это смотрел, потому что настолько было уныло и скучно, что он потом... Я не согласна с тем, что было уныло и скучно, я просто, как бы, люди уже привыкли к Моффату и ожидали чего-то такого. Ну, может. И, не знаю, мне... Мне тоже много не нравилось, но мне тоже было уныло и скучно. То есть, почему просто смотреть? Вот, как бы, там, вот, девятый сезон у Моффата вообще, шестой и девятый сезон у Моффата просто, вот, вообще нет. Но я, поскольку смотрел их один раз, я уже ничего не помню, что там было, то есть... Да я помню, что были моменты, да, даже это, когда там было совсем когда скучно и так далее. Вот. Но я просто реально, то есть я когда смотрел вот это, я посмотрел уже три серии, думаю, все, в пизду, я бросаю это смотреть, потому что невозможно. То есть я сижу, и меня прям. Я сижу и прям уже, блин, закончится наконец. А потом братцы мне показывают, а там был анонс каждой серии, в конце анонс чего-то следующего. И там вот гигантские пауки, я такой. Ладно, хорошо, я попробую еще одну серию посмотреть. Wingardium Leviosa! Thanks for helping us, Harry! Хорошо сыграла и... Не знаю, мне понравилась серия про этих самых, про Розу Паркс. Students will be aware that Nicholas or not fun. They are not. Вот ты смотришь, и просидишь такой... Anyone in possession of a naughty Niffler will be expelled. В общем, просто, не знаю, учи был очень хорошим драме. Вот с монстрами у него... Bye! Внимайте, да, вот, дай им скамейку всем по мордасам. Ну вот, Чибнула очень круто с монстрами, а доктор это как бы... Thanks for helping us, Harry! Попробуем именно про монстров. У него не было за его, из-за его правления не было ни одного монстра, которого захотелось бы... Дальше. Наверное, он в конце уже захотел сделать свои... Anyone given a detention will be given extra pot of beer for free. Не получилось, да, что получилось. Great! We'll meet by the next speaker.
Это не такая крутая идея, как, например, у Моффа были эти плащи ангела, или тишина, или эти самые ваш, что не рады, или как их зовут, Уды. Ну ты их всех помнишь, ты просто называешь название, ты сразу помнишь, что да. Это круто, это прочее. Причем самое интересное, что сами по себе, следующего спикера. Да, ё-моё, вот я про то и говорю, надо сделать это 500 раз. Это один раз сделать скучно, но 500. Вы серьёзно? Magic will be practiced in all corridors at all times. Каждый раз их вынимают количество. Вот уже наконец растягивали всеми возможными способами. Даже те, кто не гриндит, все это вот то, что мы делали, да, на 100%. Как будто тут даже они заебались похоронить, чисто по сюжету будут выиграть. Ну, просто потому, что даже учитывая, кстати говоря... Надо look forward to your future exploits, Mr. Potter. Надо сейчас забежать и сделать задание этого фрика, чтобы... Короче, здесь тоже экзамен готов. Просто, чтобы еще получается, даже с учетом того, что даже вот, допустим, те же плачущие ангелы, эта идея настолько древняя уже и не Моффа там придуманная, что, ну, из серии какое-то зло, которое движется, только это на него не смотрит. Ну, блин, там настолько было круто доподано, визуальный дизайн еще этих ангелов отличный вообще. Отлично. There's a speaker over there. Единственное, видно, конечно, что у этого Эклстона был сегодня сезон. Мне очень понравилось. Сама вот эта вот идея, что... Меня раздражает вообще во всех последних уже сезонах, что постоянно вселенная чуть рушится. Постоянно она как-то рушится и постоянно... Типа в очередной раз вселенная опасности, как говорится. И уже когда она постоянно в опасности, уже, честно говоря... Причем постоянно она как-то вот... Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Редактор. То есть когда она просто уже по 100-500 кругу в опасности, на протяжении, грубо говоря, чуть не одного сезона, это уже как-то... Причем там вот все время... Какая-то вот... Deposo! Accio! Incendio! Incendio! Reducto! Renoro! Reparo. Guardian Leviosa! Your time is up! Solid wand work, Potter. Worth and acceptable at OWL level. Here to continue your studies. I have high expectations of you, Mr. Potter. Well, Mr. Potter, let us get started. I shall call out the charms I want you to perform, and we will see how many you can cast within the time limit. Off you go, Mr. Potter. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Reducto. Reducto! Reparo! Reparo! Accio! Depulso! Depulso! Accio! Incendio! Incendio! Reducto! Reparo! Потом она делает какую-то одну вещь, и все как бы вообще будет не бывало. То есть
Ну, ты уже не ощущаешь вот этого так какой-то опасности, ты знаешь, что она в любом случае пальцем, грубо говоря. We'll keep an eye out for interruption. Условно, я не знаю, то есть можно как-то придумать серии, сезоны, арки, которые бы не сводились к тому, что вселенная совсем вот сейчас разломается. Wingardium Leviosa! Опять же, вот я не знаю, сейчас смотрю, пожалуйста, уйди ночью. Ты понимаешь, что ты стоишь на том месте, куда мне надо поставить гребаную сковороду? Акио! Thanks for helping us, Harry. Вы меня просили это сделать. Ты вышли смотришь сейчас? Первую доктора. Да, первую. Смотрю классику. И там очень классные серии. Есть? Gatherings of more than three students are prohibited. Сейчас так можно снять. Мне очень нравится... Аня опускается из-за этих хуйни. Потому что она заняла это место, наконец, все опустилось. То есть, у вас сейчас... Там нет же... никаких монстров в серии, да. Вообще ни одного монстра. Там они просто путешествуют и просто там... Вот, кстати, интересно. То есть, получается, они тогда, у них не было бюджета на монстров. Да. И они придумали здесь... Сейчас давайте мы очередную херню вот в космосе бух-бух-бух что-нибудь вот сделаем, что там разрушается. Вот как это. Да, вот. То есть, опять же, у вас сейчас есть бюджеты на что угодно. Вот сделайте. Wingardium Leviosa! Он так проорал сейчас, как бы, знаешь, с намеком такой, может, отойдешь уже, сука! Вот, то есть, у вас бюджеты есть на что угодно, на какие-то, на Помпеи, на что-то, то есть, ну, тоже Помпеи. Вот были Помпеи, классно это самое. Нет, почему это... там должны быть монстры? Почему? Почему там, как бы, без монстров нам жизнь не мила? Почему без монстров мы не можем придумать вообще ничего? Students are reminded that damaging school speakers is not an offense. Но, типа, там какой же круто, вот всякие разные эти миры. Там видно, вот зеленая тряпка, полторы какие-то кривых декораций, все остальное это фон на зеленой тряпке. И вот они сидят на фоне зеленой тряпки. Это такой, пиздец, у вас Marvel, у вас денег там, я не знаю, как эти самосвалами к вам завозят туда. Ну раскошелитесь, вы сделаете, блядь. Раскошелитесь, вы сделаете, ну, декорации, ну, серьезно, ну, хоть какие-то прочие. Нет, они сидят на фоне зеленой тряпки. И при этом, я все понять не мог, думаю, Помпеи. Что это такое, знакомое же там это было, лодки, я не помню, ты смотрел Дэрл Мэнд еще? Нет. Он же, знаешь, это второй, наверное, серия, в третьей была. Там были Помпеи, такой, блядь, ну Помпеи ждут же, потом мне попался скрин из какой-то серии про доктора, где, типа, он говорит, это зафиксированная точка во времени, типа, они буквально проговаривают вот в Локе все то же самое, уже зафиксированные точки во времени, которые нельзя с ними ничего сделать, это какие-то катастрофы, это такой, блядь. И при этом в Докторе они ходят по Помпеям, они разговаривают с людьми, там что-то происходит, постепенно начинает разрушаться. А здесь реально комната 2 на 2 метра, какая-то тележка, несколько людей и зеленая тряпка. Марвел, ёб вашу мать, Марвел, вот с этими миллиардами денег. Как же это, ну, реально бомбануло на Локи, понимаешь, вот все эти докторские, которые... Потому что это видно, что это просто решили сделать как доктор Кто. И Мерис там написал, вот, ну, доктор Кто сейчас полное говно, поэтому, ну, Локи это лучше... Допустим, хорошо, допустим, Доктор Кто вообще полное говно, и смотреть его невозможно последний сезон, да? Ох, как ты въебала души, слушай, прям она отыгралась на ней. Ну, понимаешь, там деревянная была комедия, это комедия каменная. Вот, допустим, но это от того, что, допустим, доктор Кто говно, от этого Локи лучше становится, вот это Локи, если это полное говно, поэтому будет смотреть. Смайл, дети! Поднимаем вот этих восторгов, это такой дрень, просто, ну ладно, не дрень, ну просто унылый. I don't think so. Это тоже есть женская версия главного героя, который, ну, условно, там есть Локи женщина, которая тоже хорошая актриса, тоже хорошо играет и внешне приятно, как женщина. Но при этом такой... What do you want, Malfoy? Professor Snape wants to see you in his office. He says it's time for your remedial potions lesson. Professor Snape wants to see you in your office. What's the thing with you, Potter? You think you're so clever. But you can't even work out which end of the cauldron to light the fire under. Учебного хорошо получается драма, но доктор не может строить только на одной драме. Просто вот как бы. Ну там нужно балансировать это, с этим, да, это, нужно, с этим. Там нужно балансировать. У него не получилось. Потом он пытался исправить, стало еще хуже. Чем больше он пытался как бы исправить те ошибки, которые у него были, тем хуже становилось. Как я понял по всему, что я читал, это опять же больше мои догадки, но
Типа в первый сезон людям не очень зашел. Изначально, когда Чип был давал интервью, я помню, перед выходом первого сезона своего, он говорил, я вот на три сезона минимум, может потом я продлят, но я вот на три сезона. Я не хочу использовать классических монстров, ну, может быть, в каких-то спецэпизодах, только проще, потому что мне интересно типа рассказывать новые вещи. И первый сезон, он там один далек, да, вот в нем где-то А потом, когда пришли уже результаты, типа, что народ не смотрит, а давайте мы, значит, и тут же начали пихать в новые серии, в новые сезоны всех вообще классических монстров, которые, некоторых из которых не вспоминали со времен сезонов с Эклстона. То есть какие-то вот такие... Нет? А, эти были, которые кожу-то растёгивали, они потом где-то были же еще, да. Я забыл. В общем, потому что... не было слезинок. Не было этих? Слезинок там не было. Ну, я слышал, значит, меня наебали. Вот. В общем, тому, что явно... По крайней мере, я не знаю, я не помню. Не, ну, может, я вообще не помню, что там было. Я говорю, слушай, меня, может, и наебали, потому что я это сам не смотрел. Вот. То есть, я просто это к тому, что, может быть, чувак-то и хотел сделать что-нибудь такое это, может, опыта не доставало, может, что-что. Ну, вот у него, вот я, как бы, я сейчас это самое вспомнила, что это у него было в фильмографии, у него было этот самый... Грейс Пойнт и как бы Брочерч, чисто драма, просто исключительно драма. Enough, your lessons are at an end. Get out. Сериал, мини-сериал. Friend George, want to see you? They're on the fifth floor. Are you all right, Harry? Yeah. Let's find Fred and George. То есть то они показывают какие-то сцены, которых в фильме не было, то сейчас. Чтобы пояснить, кто смотрел фильм, читал книгу, помнит, что при окклюменции Гарри залез случайно в голову Снейпа, увидел неприятные воспоминания про, в том числе, про своих родителей, и Снейп такой, с этого момента наши типа, уроки закончены, уходите отсюда, да? А сейчас мы сделали то же, что мы делали три раза до этого, то есть выкинули его из своего сознания, и Снейп такой, наши уроки закончены, уходите. Ну я пошел вон отсюда! Я такой, просто с чего, что это, блядь?